Тем временем Тюмень вошла в российский онлайн-ресурс «Бизнес-навигатор малого и среднего предпринимательства». Портал уже объединил 76 крупных городов страны. Нашему региону нужны свежие идеи в этом бизнесе. Об этом говорили в областном центре на конгрессе стратегии роста в новой экономической реальности. О настоящем и будущем местного предпринимательства Лариса Соловьева. В здании бывшей компрессорной станции живет совсем малый бизнес. Кризис здесь только электрический. Несколько недель назад сломалась подстанция. Пришлось покупать генератор, чтобы не подводить заказчиков. А их хватает даже сейчас, когда в экономике спад. Один станок, один оператор занимаются литьем из пластмассы. Уникальность в том, что выполнить могут даже самый необычный запрос. Пресс-формы делают сами. Дешевле, как оказалось, купить свой ЧПУ маленький станочек и из дюрали выпилить форму, чем заказать у них из стали. Причем ее ждать очень долго, месяца два. Здесь готовы реализовывать самые необычные идеи из пластмассы. Солдатики, фигурки для настольного хоккея, прокладка для крепления балясин. Пришел мужичок со своей идеей. Заказал у нас такую вот прокладку, то есть получается под нее. Она сюда устанавливается и получается аккуратный снизу борт, соответственно, и клевая масса тоже приклеивает эту балясину. А это уже идеи самого предпринимателя. Держатель для спиннинга. Первая партия ушла в Москву. В России такого никто не делает. Есть Китай. Ну, Китай, сами понимаете, там качество не очень. Ну, тем более, здесь можно было свой дизайн придумать, торговую марку и тому подобное. Сегодня бизнес-миром правят идеи. До сих пор, как пример наблюдательности, вспоминают предприниматели из завода «Уковска». Его производство – обычной упаковочной сетки, которую, как оказалось, в России не производит никто. Сейчас он устанавливает вторую линию и в планах третья. Пока были вот эти шоколадные годы, мы не особенно об этом задумывались. А сейчас шоколадные годы закончились, и это дало толчок развитию местной промышленности. Незанятых ниш очень много. И есть компании, которые в условиях кризиса дают рост в 30% каждый год. Об этом говорили на конгрессе бизнеса. Участникам еще раз напомнили о поддержке и инвест-климате в регионе и о том, что рады каждой идее. Для нас важен любой проект, и мы создали инфраструктуру поддержки, которая позволяет поддерживать любой проект от 1 миллиона там, до нескольких миллиардов рублей. И на самом деле для нас важен каждый вложенный рубль. Именно малый и средний бизнес составляет 80% от всех предпринимателей. Ведь и американская экономика начиналась в гаражах. Там родилась, например, кукла Барби, которая, кстати, тоже из пластмассы. Лариса Соловьева, Андрей Захаров. Тюменское время. Слушай новости ТСН на радио «Мир».